Да, я приду с детьми, там буду стоять. Оля, у нас много детей, у нас хорошо, что у Украины много детей. Хорошо, я понимаю, но вы кто? Ну карась, меня зовут Олег Мощевский, да. А меня Николай Николаенко зовут. Ну отлично. Это о чем говорит? Ну, это ни о чем не говорит. Я не знаю, мне говорит, я журналист. Покажите документ. Ну покажу, сейчас пошли спустимся, в машине покажу. Давайте, я хочу видеть. Дальше. Дальше что? Вы документы хотели пострелить? Послушайте, не собственность, я хочу свои права защитить. Я хочу пользоваться этим морем так же, как пользуются все. Мы не приехали его забирать. Ну так и что тогда? Мы открываем доступ. Вот я слышал, человек там озвучивал, это все было по телевидению, что тут не дают людям ходить, что тут мешают людям жить. Я местный житель, коренной при том житель. И кто там не мешает людям жить? Что не мешает людям ходить? Я тут живу, уже знаете сколько лет? Кто не мешает? Каждый день новые дома появляются. Я так понимаю, если сейчас каждый местный житель, да? Это место. У меня же здесь тоже друзья, мы каждый возьмем, построим дом прямо на берегу моря и посмотрим тогда, как кто там будет ходить. Мешать, да. Послушайте, при чем тут построим дом на берегу моря? Построили? Я вам можно, а нам нельзя, или вы остальным всем чем нельзя? Вы отличаетесь? Зачем отличаетесь? Мы завтра в 10 человек строимся. Ряд остальные все. Все. И посмотрим, как там и будут что? Люди. Как это, да, это а как люди, а зачем тогда все это? Объясните мне. Все. Люди, как люди раз получили это все там, то, что, люди получили там земли. Люди вы получили? Купили. Нет, я не получил. Но построили. И дело, что я не получил. Но построили. Что я построил? Палатку, вагончик вот этот я построил. Я не знаю, я еще ничего не видел. Ну так посмотреть надо. Нет, так вы же пришли, мы сразу документы, тут мы никому не мешаем. Что-что? У вас негде было жить или что вы там? Нет, у меня есть где жить. Но я не могу с детьми оздоровиться, получается. Я здесь живу. Я не могу с детьми выйти так на улицу. Наоборот, мы хотим все убрать, чтобы был чистый пляж. Что убрать? Что вы уберете? Мы уберем дома, которые расположены не в соответствии с законодательством. Да, и все. Во-вторых, ваши детки, как вы рассказываете, вот дом Литвина, забор рухнул, вот там перед этим пробежала группа деточек, около 30 человек. Нет, подождите. Не, вы же говорите, что это не опасно, все нормально. Я не говорил, что это не опасно. Вы только что сказали, что вы сказали, что все нормально, нас все устраивает. Я вам объясняю, да, нас все устраивает. Я вам объясняю, что море подойдет ближе, следующий забор Литвина может упасть на голову вашим деткам. Вам показать дети видео? Там, дети там, во-первых, не ходят. А где дети должны ходить? Дети в зоне пляжа там. Что значит в зоне пляжа? Где весь берег свободный для посещения людей? Мы сторонники чего? Есть 100-метровая зона по закону. Коль, давайте загоним. Буквально тебе не было, буквально здесь, 15 тому назад, даже меньше, да? Вот здесь люди говорили, что нехер вам, извините, нехер вам здесь делать, если вы не можете с людьми этот самый управляться. Правильно. Вот мы пытались с тобой говорить. И вот человек говорит, что я лягу, там 15 детей туда загоню, попробуй то только разрушить. Захватили землю. 15 детей туда загоню, зачем мне твои слова? Вы только я сказал, если вы захотите развалить то, что я сделал, развалить, незаконно. Разрушить, то я не дам это разрушить. Вот, вы посмотрим, но посмотрим, как вы не дадите. Ну вот, посмотрим. Посмотрим. Да. Ну как это, если вы незаконно захватываете землю, получается, сейчас все могут так делать. Да, я сейчас построю на протяжении всего Каролина Буглаза. А вы вообще на каких номерах сюда приехали? На Приднестровск. На Приднестровск это какие? Да, это я, на России? А я рассказываю. Это на России? Нет, а я рассказываю. Я рассказываю. Я в Приднестровье в розыске, как украинский националист. Потому а что же вы на рассказываю? Ну что, карась, а вы на какой мове? Я говорю, а вы на какой мове? Вы зашли на какой мове? Я вас первый раз вижу. Вы зашли со мной? Это я вас первый раз вижу. Вы представляете, как местный житель? Вы кто такой? Я местный житель. Живет в Украине на местный житель, обыкновенный. Покажите, да. Так покажите, местный. Кто вы такой. Я вы пришли ко мне. Несу, пошли, да, пошли, да. Покажем друг другу. На номерах приехал, красавчик. Вот так начинается захват, и там они так все начинали. Ну да, то хорошо, что приехал. Пирожки вы захватить пришли? Никто ничего не захватывает. Захватить, что ли? Режим вы с какой целью интересуетесь? С какой? Чтобы истину.
Истину. Да, истину. Истина одна. Почему никто не снимал? Давайте снимайте все. Так снимай. Дома. Вы кто такие? Вы чего? Вы кто? Местные? А вы кто такой? Вы активисты. Я местный житель. И что? И мы местные жители. Покажите документы. А что, я должен с собой носить или что? Да, с собой. Ну так покажите и вы с собой. Сейчас я покажу вам машину. Местный житель у нас это украинец, понимаете? Да что вы? Да вы что, конечно. А как вы думаете? Вы находитесь на территории Ведёпольского района, правильно? Да. Я житель Ведёполя, да. Я журналист. Да. Все документы я предъявляю. А ваши где документы? Правда? Мои в машине. Ну пойдемте, покажите. Поснимаю. Пришел. Вы усложняете людям жизни, людям жизни. Не, дружище. Да, друзья, не усложняйте. Вы усложняйте. Это вы знаете, усложняйте. Не знаете, как поступить, поступить по закону. Вы право нарушать закон и делать беззаконие. Да, вам, да. Нам дает нахуй пресекать этот закон. А что мы делаем? А что мы делаем незаконного? Украина. Что мы делаем незаконного? Накаляйте обстановку. Давайте начнем с того. Что мы делаем незаконного? Вот вы говорите, вам дает. Что мы делаем незаконного, чтобы вы так могли говорить? Потому что я вам могу уже сказать, что вы сделали. Я вам могу сказать. Вы усложняете. Мы не усложняем жизнь. И мне усложняете. Вы кто такие? Приехали сюда? Откуда? Мы громадяне Украины. Почему? Это райадминистрация. Громадяне Украины. Это комиссия, созданная по распоряжению. Я не кричу, я разговариваю. Это у вас так манера такая. А как вы определяете крик? Чем? Децибелы. Ну так и у вас децибелы одни, а у меня если другие. Если я не могу переговорить. Да, я не знаю, я не говорю, чтобы я вас не собираюсь переговорить. Я просто говорю, это комиссия организованная по распоряжению главы Ведёпольской районной администрации. И мы являемся членами этой комиссии. Ну и хорошо. Вот. Чудесно. Да. Так вы, короче, получается, хотите, чтобы вашим детям негде житель. Было? Да не без я разницы, хочу, чтобы моим детям и всем житель. Остальным. Вот, да. Пожалуйста. Ну. Вот адрес прописки, вот, пожалуйста. Каролина Бугас. Ну. Улица Студенческая, 15. Да. Вы там проживаете? Да, я проживаю. Ну, так и там. Отлично. Вот, да. Студенческая 15 мы не трогаем. Так а чего же вы усложняете жизнь? Мы усложняем. Мы у вас были? Кому лично? Кто такой вы? Мы на Студенческой 15 были? Вот мы усложняем. Мы были на Студенческой 15? Мы были на берегу, там, где мы как раз отдыхали с детьми. Нам это кому? Это Студенческая 15. Разница. Это большая разница. Мы вам помешали отдыхать как-то? Да. Да. Каким образом? У нас все зафиксировано. Ну каким образом? Мы вам помешали. Как помешали? Мы наступили на вас. Угрозы. Какие мы вас первый раз здесь увидели. Какие угрозы? Что вы там угрожаете? Кому угрожали? Что-то снесли. 100 метров. Мы констатируем факт. В строении в радиусе 100 метров от береговой линии должны быть, согласно законодательству, снесены. Кто вас сюда пригнал? Что значит пригнал Украину? Я сейчас сюда могу тоже собрать всех своих товарищей. Давай, пригоняй, мы только ждем. На сдачу Литвинашу. Не, рассказывай, когда, что будет. Нет, вы же говорите, что это. Нет, так вы же хотите. Вы же ты на храпом. Ты вышел на храпом или нет? Я вышел на храпом. Ты же прошел. Мы тебе документы показали. Вы лично подошли на храпом. Вы на храпом. Мы же на дело подошли. Потому что я услышал, что вы получаете инструкции. Непонятно от кого, непонятно какие. Вас обманули, вас ввели. Да что мы находимся в комиссии. Я готов поломать вашу амбицию, потому что, ну, вам... Мы находимся на территории Ведёпольского района. Вы неправильно немного себя настроили, вы пришли сюда с агрессией сразу. Извините, как меня настроили, так я и кто вас настроил? А вы говорите, что нас настроили. А кто настроил? Да, получается, что вас настроили. Как во главе с вами. Я не, здесь не власть. Вы не власть, конечно. Да. Я журналист. Делаете, да, вы делаете то, что усложняет людям. Каким людям? Конкретно. Фамилия человека. Да. Что я им Николаенко, иногда... Николаенко. Да, ну, Николаенко, что я вам конкретно рассказываете про 15 детей? Где, как я вам усложнил жизнь? Покажите, покажите. Ну вот, мне угрожают уже снести вот ту палатку, которую я поставил. Что это такое? Какую палатку? Ну, если палатка поставлена незаконно, то, наверное, ее снесут. Вот я, допустим, слышу, что вы снесут. И вам абсолютно наплевать. Законно или незаконно? Есть закон. Всем людям. Николай, Николай, вы говорите за всех, но про себя. А мне? А так мы же к вам еще даже не подходили, вы сами к нам пришли. Я к вам подходил. Так что вы услышали? Так вы о чем услышали? Речь идет о 5 домах, которые стоят в 20 метрах от моря. Николаенко, давайте я вам объясню. Вот стоял забор, который заходил в море.
Его надо было снести, или ваши дети должны были обходить этот забор? Заборе, нет, подожди, как заборе. Это дело не в заборе? Дело как раз в заборе. Я же не знаю, почему вы пришли. Мы пришли сюда по забору. А вы что? Я пришел, потому что узнал, что мне собираются. Ну кто вам это сказал, что мы во-первых, первый раз вас видим. Ну так что же. Я же вам говорю, речь идет о пяти домах, которые находятся вот там по конгломератам, вот таким строй стоят, в 20 метрах от моря, которые выгораживали забор прямо в море. Вы если детей хотите там летом оздоровить, поставьте палатки, кто будет. Я еще раз оздоравливаю со всей области, а мы хотим, чтобы со всей Украины оздоравливали. Пожалуйста, пожалуйста. Вы мешаете незаконное строение? Протокол он будет подписать. Ну, протокол завтра подпишем. Все, хорошо. Мы хотим шоу. Олег, я на работу.